Эти черно-белые кадры похожи на любительское кино. Но они уникальны, потому что фиксируют поворотный момент новейшей истории цивилизации. Предмет, который поднимают на вышку, — атомная бомба. А вот и ее отец, Роберт Оппенгеймер, научный руководитель атомного проекта США «Манхэттен». Место действия — американский штат Нью-Мексико, пустынное местечко Аламогордо, 16 июля 1945 года. Еще мгновение, и мир вступит в ядерную эру. Она необратимо изменит его, образ мышления политиков, людей. Через три недели после Аламогордо, 9 августа 45-го, первая в мире американская атомная бомба будет опробована на людях в Хиросиме. Еще через три дня в Нагасаки. Эквивалент мощи 20 тысяч тонн взрывчатки. Результаты удара. В Хиросиме было мгновенно убито около 80 тысяч человек. Свыше 14 тысяч пропало без вести. Более 37 тысяч тяжело ранено и 235 тысяч получили травмы от светового излучения и проникающей радиации. У меня возникло тогда и остается до сих пор одно давлеющее и единственное ощущение, что я не могу освободиться от чувства вины. Прологом этих драматических событий можно считать 1939 год. Тогда выдающиеся физики Фредерик Жолио-Кюри и Лео Сциллард почти одновременно предсказали возможность цепной ядерной реакции, поняв, что на этой основе можно создать оружие невиданной мощи. Первая информация о создании ядерного оружия пришла из Шанхая. В шанхайской газете была напечатана маленькая заметка о том, что в Соединенных Штатах начинают работать над новым сверхоружием, урановой бомбой. И тогда Вернадский, это подтолкнуло его, обратился с созданием урановой комиссии Академии наук, которая была создана. Ну, особого внимания на это не обратили, но, тем не менее, это направление ученые начали развивать, и Академия наук это поддерживала. Первые граммы радия советские радиохимики получили в 21 году. Академик Вернадский создает в 1922 в Петрограде Институт радия. К счастью, в нашей стране в то время имелся первоклассный научный потенциал. За ним была российская научная школа, ее традиции и выдающиеся отечественные специалисты. Очень велика была роль Вернадского. И я всегда обращаю внимание на его заявление, сделанное, по-моему, в 22-м году, где он сказал, что человечество, несомненно, овладеет в самое ближайшее время ядерной энергией. И весь вопрос в том, хватит ли у него ума и мудрости обратить эту энергию к себе на пользу, потому что это будет неограниченный источник энергии, или во вред. На основании этого тогда он основал два института. Радиоинститут, который занимался проблемой радио, главного источника радиоактивности в ту эпоху, и Рентгеновский институт. По существу из этих двух институтов и из физико-технического института, которым руководил Абрам Федорович Йоффе, выросли те кадры, которые к 40-м годам были уже, владели, я бы сказал, научными основами в этой области, я бы сказал, на мировом уровне. Наши ученые в 39-40-м годах, еще задолго до получения какой-либо информации от разведчиков, провели расчеты цепной реакции деления урана, выяснили условия возникновения ядерного взрыва и получили оценки его мощи. В 1940-м к делу подключилась разведка. Центр направил ориентировку резидентурам в Англии, США и Германии выявить информацию о разработке сверхоружия. Владимир Барковский, оперативный работник резидентуры НКВД в Лондоне, имеет инженерное образование. Рабочий псевдоним Бен. В Лондоне с 1940 по 1946 год. Основной добытчик научно-технической информации.
То есть, короче говоря, уже проблема цепной реакции и выход ее на образование огромной энергии уже был совершенно ясен. И поэтому Леонид Романович Квасников, который был в то время начальником отделения научно-технической разведки и следя за всеми событиями в мире, он это дело понимал. Но окончательное решение сформировалось после того, как уже наши отечественные физики Флёров и Петржак открыли явление самопроизвольного деления урана-235. Поначалу вперед вышли англичане. По инициативе премьера Черчилля создается сверхсекретный комитет для изучения возможности производства урановой бомбы. Программу назвали «Тьюб-алой» – «трубный сплав». В конце 40-го года Лондон принял решение о начале строительства завода по выделению урана-235 методом газовой диффузии. Завербованный НКВД британский дипломат Маклин передал Москве 60-страничный доклад британского военного комитета с обсуждением этого вопроса. Было ясно из этого материала, что, во-первых, англичане уже определили критическую массу урана, необходимую для взрыва, наметили пути выделения урана-235 из природного урана и даже вроде наметили какие-то сроки изготовления атомной бомбы в течение, скажем, 2-3 лет, считая от момента принятия этого решения. И такая телеграмма пошла в центр. Вот это был, собственно, первый шаг лондонской резидентуры, которая стала таким образом пионером в развитии, в получении информации по атомной проблематике. Огромным препятствием для разведчиков оказалась особая сложность атомной проблематики. Она была такой, что и дипломированному инженеру многое было абсолютно непонятно. Не обходилось и без курьезов, когда учителями разведчиков оказывались их же информаторы. Владимир Барковский поддерживал контакт с человеком, имя которого до сих пор не раскрывается разведкой. Известен лишь его оперативный псевдоним – Йорик. Это был очень интересный человек, потому что у него даже можно было и поучиться многим полезным вещам. На первой же встрече он убедился в моей полной несостоятельности по этой проблематике и спросил, как же мы с вами будем работать дальше. Ну, тогда мне казалось, что я выдал ему безупречный вариант, ну, в таком плане, что я буду передавать вам вопросы советских физиков, вы будете готовить ответы, а я буду пересылать их, значит, тем, кто этим интересуется. Он говорит, знаете, так дело не пойдет, потому что я хотел бы в вашем лице видеть человека, который хоть что-то понимает в том, что я ему рассказываю. Вот что, идите в такой-то книжный магазин, купите там учебник по прикладной ядерной физике, простудируйте его, и потом будем с вами говорить. И вот когда через некоторое время он сказал, что теперь с вами можно иметь дело, можете представить себе, как я был польщен такой похвалой. Британский атомный проект развивался в первое время очень энергично. А наша разведка, имея многочисленных иностранных помощников, получала от них уникальную секретную информацию. Круг интересов научно-технической разведки в области разведной атомной проблемы был чрезвычайно широк, начиная от глубоких теоретических исследований и кончая прикладными и даже конструкторскими идеями. Ну вот, в частности, если подытожить работу по этой проблематике за все годы, что разведывание этой проблемы велось, то разведка это была такие очень важные сведения, как, скажем, подробные данные о конструкции самой атомной бомбы, подробные данные о критической массе урана, который должен быть использован. Добыла сведения о способах разделения урана-235 и урана-238 с помощью газовой диффузии. Кстати говоря, эта идея газовой диффузии, она действительно принадлежала англичанам. Только потом перекочевала за океан. Но во время войны Англия перестала быть спокойным местом. Германия установила контроль над всей Западной Европой. Началось воздушное наступление немцев на Британию. Готовилась десантная операция фашистских войск на острова.
В этих условиях американцам удалось убедить Черчилля в необходимости перенести центр работ по атомному оружию в более безопасное место. То есть за океан. 6 декабря 1941 года Белый дом решает ассигновать крупные средства на производство атомной бомбы. С этой поры США неуклонно выходят вперед, в лидеры, обогнав своего английского союзника. Отношения с ним в том, что касается атомного проекта, складываются далеко не просто. Все работы по его созданию были поручены армии, централизованы и получили в августе 1942 года общее название «Проект Манхэттен». И американцы после этого решили сами это все делать и хотели отшить англичан. Но благодаря договоренности в Квебеке между Рузвельтом и Черчиллем это удалось избежать. И уже в Лос-Аламосе, в главном центре, работала мощная группа англичан, которая потом вернулась на родину и уже развивала английскую программу. Над созданием американской атомной бомбы в рамках Манхэттенского проекта трудились 130 тысяч человек. Проект представлял собой обособленную организацию. Она включала в себя несколько строго секретных и изолированных друг от друга объектов. В их числе Колумбийский университет со своей атомной лабораторией, атомный завод в Лос-Аламосе в штате Нью-Мексико, Калифорнийская лаборатория Беркли, лаборатория в Чикаго, завод в Окридже. Глубокая тайна покрывала все, связанное с проектом. Над всей этой мощью возвышалась фигура его руководителя генерала Гроувса, типичного военного жесткого администратора. Характерным для него было презрительное отношение к ученым, которых он называл «битыми горшками». Гроувс пытался выстроить такую систему, при которой только 15 человек в США владели полным пониманием цели проекта и всего объема работ. Вице-президент Трумэн, например, был проинформирован о существе дела только после смерти Рузвельта в апреле 1945 года. В Америке к этому времени работали такие иммигранты с мировыми именами, как Альберт Эйнштейн, как Лео Сциллард, как Энрико Ферми, как тот же Клаус Фукс, который из Германии эмигрировал сначала в Англию, оттуда был перевезен туда. Ну и десятки других. Эти люди, в том числе из них четыре, можно сказать, гении, вот те фамилии, что я назвал. Кроме того, десятки ученых, ну не столь именитых, не столь знаменитых, но очень сильных, очень сильных. Вот. И это, конечно, было очень серьезным зацепкой для решения тех задач, которые перед ними стояли. Вот все это вместе взятое обусловило их успех в этой области. Генерал Гроувс в беседах в узком кругу не раз с гордостью подчеркивал, что ему удалось прикрыть непроницаемой завесой секреты Манхэттена. В то время он был бы потрясен, если бы знал, что для советской разведки эта завеса оказалась не такой уж непроницаемой. Много было разведчиков. Много было тех ученых, которые работали на нашу разведку. Все работали безвозмездно. Все понимали одно. Работали очень простой вещью, что все понимали прекрасно одну вещь, что ядерным оружием нужно, чтобы располагал и Советский Союз, и другие страны. Тогда не будет ядерной войны. Вот эта мудрость ученых, она действительно оказала огромное влияние на политику. Генерал Судоплатов, в то время заместитель главы советской разведки, через много лет назовет немало фамилий ученых, работавших на проект «Манхэттен», и в то же время помогавших Советскому Союзу. В частности, самого Роберта Оппенгеймера, Энрико Ферми и Лео Сцилларда. Они не были агентами в традиционном смысле слова, да и их невозможно было использовать таким образом. Оппенгеймер и Ферми даже не знали, что они стали фигурировать в оперативных материалах разведки в качестве источников информации под кодовыми именами «Стар» и «Редактор». Но кроме этой звездной тройки, информация шла и от специалистов-исполнителей, занятых в американском атомном проекте. Причем имена многих из них до сих пор не раскрыты. В том числе были очень молодые люди, например, один из самых крупных тамошних сотрудников. Ну, до сих пор американцы не могут раскрыть его фамилию полностью, называют только варианты его. И вот ему было 19 лет, когда он там начал работать. Но это был гений.
В 19 лет он сделал уже то, что не каждый институт за долгие годы производит на гора. Часто секретная информация передавалась анонимно. Иногда документы в советское посольство в Вашингтоне просто приносили совершенно неизвестные люди. Всего советская разведка получила и добыла 286 документов по технологиям атомного проекта. Была очень сильная разведная цепь, которая имела свою агентуру, ну, во всех кругах и слоях американского общества, в значительной степени благодаря нашим групповодам, вот таким как Яхов Голос, который в частности обеспечил нашу разведку более чем 200 подлинных американских паспортов и других удостоверений личности. Вот, работали и другие люди. Ицхак Ахмеров под видом меховщика, он там неподалеку от Нью-Йорка жил, тоже имел большую сеть в разных учреждениях. В том числе примечательно, что в управлении стратегических служб было больше 10 наших разведчиков. Вот, например, отзыв физика Исаака Кикоина на один из американских документов, добытых разведкой. Он оценил эти материалы как имеющие большое значение. Но обращает на себя внимание подчеркнутая фраза. «Мы сами занимаемся этим вопросом и пришли к аналогичным выводам». Наши ученые отнюдь не были интерпретаторами чужих идей и шли своим научным путем. Но в 1941 и 1942 годах у страны не было лишних ресурсов и сил на атомный проект, подобный американскому. От положения на фронте зависела судьба Советского Союза – быть или не быть в стране. В этих условиях некоторые физики-ядерщики оказались на фронте. В частности, Георгий Флёров. Несмотря на неполные 30 лет, он уже имел за плечами достижения мирового уровня – открытие спонтанного деления ядер урана. Но, наверное, где-то посчитали, что в окопах физик принесет больше пользы. Он был призван как аспирант на войну. И был в артиллерийской зенитной батарее в Ленинграде. А потом, уже в связи с Сталинградской битвой, их часть перекомандировали ближе к Сталинграду. И несколько дней он провел в Воронеже, который был крупным университетским центром. И пошел, естественно, в библиотеку смотреть, какие последние новости. И там самое удивительное, что в это время, во время войны, там были комплекты американских научных журналов по физике. Сейчас мы с трудом их получаем, потому что они дорого стоят, и вся система разрушилась информационного обеспечения. Не говоря о том, что их колоссальное количество. Но самый главный журнал Physical Review, обзор по физике, был в библиотеке вот этого университета. И он пошел смотреть, что там написано. И вдруг он обнаружил, что идет такая регулярная череда работ по ядерной физике. И вдруг обрыв, они кончились. Это был для него абсолютно четкий сигнал, что они занялись атомной проблемой. Тогда он написал знаменитое письмо Сталину. Флёров убеждал, что это молчание является наилучшим показателем того, какая кипучая работа идет сейчас за границей. В сентябре 1942 года распоряжением Госкомитета обороны работы по атомной проблеме возобновились. Проект было предложено возглавить Йоффе, но он, ссылаясь на возраст, свои 63 года, предлагает поручить его Курчатову. В американском ядерном центре Лос-Аламосе тем временем начался монтаж оборудования. Стал прибывать персонал центра. Разработана рабочая концепция конструкции атомной бомбы. Закрытый город рос на глазах. Улицы, особняки, которые быстро заполняли новые обитатели, магазин, который тогда назывался «Торговый пост», клубы. Внешне все было, как в обычном городишке провинциальной Америки. Но внутренний уклад был совсем другим. Вот ученым и вообще работникам было разрешено выезжать на какие-то выходные дни в соседний городок, там в Санта-Фе, проводить там какое-то время, так там был устроен очень жесткий такой контроль,
вплоть до того, что обыскивали всех приезжих, там курортные места были. Кто туда приезжал или уезжал по своим собственным домам, по своим собственным делам, не подозревая, что там имеется секретное производство. Только 11 февраля 43 года Сталин подписал постановление правительства об организации спецкомитета для работы по использованию атомной энергии в военных целях. Руководителем назначили Молотова, второе лицо в государстве. Берия сначала выступал в качестве зама Молотова и отвечал за обеспечение специалистов разведывательной информацией. Но все же с максимальной силой советский атомный проект заработал позже. Когда взорвалась первая бомба, американская, и наша разведка сообщила об испытаниях бомбы в Америке во время Потсдамской конференции, то это был, конечно, мощнейший сигнал для всей нашей системы начать работать уже на всю железку в этой области. Произошла смена руководства. Вначале этой проблемой руководил Молотов. И мне говорили участники, что он был очень медлительный, нерешительный, ничего как-то не умел как следует мобилизовать ни усилия промышленности, ни своих помощников. Потом это дело было передано Берии, у которого был несколько другой стиль работы. В августе 43 года отношения Советского Союза с Америкой и Британией прошли поворотную точку. Президент Рузвельт и премьер Черчилль заключили в канадском городе Квебеке секретное соглашение. Его суть отражали слова: «Атомное оружие будет решающим фактором в послевоенном мире и даст абсолютный контроль тем, кто обладает его секретом». Вскоре на встрече Большой Тройки в Тегеране лидеры двух ведущих стран Запада будут продолжать играть публичную роль союзников. С моей точки зрения, холодная война началась тогда, когда Вторая мировая война еще не закончилась. И начало ее можно отсчитывать либо от испытания американской атомной бомбы в июле 1945 года, либо от бомбежек Хиросимы и Нагасаки атомными бомбами, которых и было-то тогда всего две штуки. Сегодня уже никто не подвергает сомнению, что эта бомбардировка японских городов была актом не военным, а политическим, преследующим далеко идущие цели. И прежде всего запугать своего тогдашнего союзника Советский Союз, ну а заодно и весь остальной мир. Начался поиск средств для удара по врагу. Если эта проблема казалась неразрешимой в 43-44 годах, то после испытаний устройства С-1, кодовое название атомной бомбы, и сожжения Хиросимы и Нагасаки, решение было найдено. Военный министр Соединенных Штатов Симпсон после встречи с президентом Рузвельтом сделал такую запись: необходимость ввести Россию в лоно западной цивилизации. Возможно использование С-1 для достижения этого. Если раньше президент Соединенных Штатов Рузвельт считался с мнением Сталина, то Трумэн показал, что он не считается. Что он стал сверхдержавой, что он возглавляет сверхдержаву, что он сверхчеловек. У него есть атомная бомба, атомная дубинка. И вот это мгновение, Потсдам, изменил все. А тем более, когда после Хиросимы и Нагасаки... Какое было главное открытие для нас? То, что американцы способны применить ядерное оружие. Вот именно август 45 года показал, что американцы пойдут на применение ядерного оружия. Хотя очень многие физики у нас и в Америке считали, что это невозможно. Ученые, создавшие в Лос-Аламосе атомную бомбу, поняли, что они сделали адскую работу. Эйнштейн после войны сказал: «Если бы я знал, что немцам не удастся создать бомбу, то и пальцем бы не пошевелил». Возможно, это побудило физика сжечь перед смертью свои последние научные работы. По его убеждению, знания, содержавшиеся в них, могли повредить человечеству. Однако это уже не могло отменить новую реальность. Правящие круги Соединенных Штатов решили добиться, чтобы послевоенное устройство мира шло, ну, по крайней мере, на 85%, как выразился американский президент Гарри Трумэн, по их сценарию. С другой стороны,
руководство Советского Союза выдвинуло свою амбициозную цель – победу коммунизма во всем мире. И вот коренное противоречие этих внешнеполитических курсов и привело к возникновению холодной войны. На этих кадрах американский комитет начальников штабов, аналог советского генштаба. Совещание октября 45 года. Генералы Второй мировой, вчерашние союзники. Протокольная съемка фиксирует улыбки и бодрое настроение. Но за кадром осталось главное. Именно тогда комитет рекомендовал ускорить производство атомного оружия. В сверхсекретном документе под заголовком «Отчет 329» появился первый план атомного удара по нашей стране. Возможные цели – Москва, Ленинград, Горький, Свердловск, другие важные промышленные и политические центры. Уже в конце 1945-го начальники штабов создали план под названием, говорящим, «Тоталити», с учетом уже бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. При этом предполагалось сбросить 20 атомных бомб по 17 городам Советского Союза. Далее, в июле 1946 года создается план «Пинчер». По нему предполагается бомбардировка уже 20 городов Советского Союза. Сюда были включены Баку и некоторые другие города. План «Сиэл», план «Сизл», конец 1948 года. 133 бомбы по 70 городам. Советская разведка знала все эти планы. Их было еще несколько потом. Так расширялись. Советский Союз оказался в сложном положении. Делалось все, чтобы форсировать работы над бомбой. Синдром Хиросимы невероятно обострял чувство опасности. К концу 40-х работа над первой советской бомбой вступила в финальную стадию. Она делалась по американской, уже опробованной схеме, чтобы предельно уменьшить технические риски. Известно, что в экспансионистский кругах Соединенных Штатов Америки распространилась новая своеобразная религия. При неверии в свои внутренние силы, вера в секрет атомной бомбы, хотя этого секрета давно уже не существует. Прошло немногим более полутора лет, и в августе 49-го под Семипалатинском произошло испытание первой советской атомной бомбы, которая была зарегистрирована в США. Первоначальный политический эффект, который эта новость произвела в Америке, можно назвать глубоким шоком. Когда президенту Труману доложили данные проверки, которые подтвердили, что советские ядерные испытания не блеф, он отреагировал вопросом: «Что же теперь делать?» Политическое окружение Трумана требовало принять экстренные меры. Президент дал старт невиданной политической кампании, призвав весь западный мир вооружаться против коммунизма. США приступили к разработке суперплана – тотального ядерного наступления на Советский Союз. Это был план «Дропшот». Вот зачитываю, смотрю. Предполагалась бомбардировка 20 городов Советского Союза с применением 300 бомб. После этого предполагалась высадка уже сухопутных вооруженных сил общим количеством до 160 дивизий. Не только американских, но и их тогдашних союзников. Это секретная карта. Первоначальные предложения по плану «Дропшот», представленные президенту США уже в декабре 49-го. Ввиду масштабности замысла реализовать план предлагалось к 57-му году. Считалось, что именно к этому времени реконструкция Западной Европы будет завершена, а войска НАТО и других европейских союзников будут готовы к скоординированным военным акциям. Планировалось уничтожить 85% промышленной мощи и главных административных центров Советского Союза. Главную ударную силу представляла американская стратегическая авиация. К моменту начала войны в дело должны были вступить сверхтяжелые Б-36 – и новейшие реактивные Б-52. США имели великолепную систему баз, первоклассные аэродромы, подземные командные пункты, объединенные по последнему слову техники начала 50-х единой системой связи. Подобной стратегической мощью СССР не располагал. До 53-55 годов они превосходили
нас в сотни раз. Но я могу сказать, что до 50... Ну, трудно сейчас сказать, но еще в 51-м, когда мы взрывали первую нашу бомбу, так у нас было всего 5 ядерных бомб, они лежали в Арзамасе. Что с ними делать, было неясно. Идут постоянные отчеты, как там их смотрели, потому что, ну, куда ее сбрасывать-то? Однако план «Дропшот» так и остался достоянием архивов. До сих пор эксперты по-разному отвечают на главный вопрос. Почему же Америка, имея военное превосходство, не превратила «Дропшот» в реальность? Но я думаю, что он делался, и как бы утечки о нем потом появились в порядке устрашения, конечно, Советского Союза. И надо вообще понимать, что роль ядерного оружия, она, прежде всего, политико-психологическая, во многом виртуальная. Понимаете? Конечно, чем у тебя больше его, чем оно более неуязвимое, тем как бы сильнее его виртуальность, психологическая убедительность. Но иногда вот играют роль и даже просто хорошо написанные бумаги, вовремя, так сказать, запущенные через, по каналам утечки или дезинформации. Так что «Дропшот», конечно, сидели ребята там, майоры, полковники, может, даже бригадные генералы, и упражнялись, писали, да, были у них такие мысли. 170 у них атомных бомб насчитывалось в их арсенале. Вот это позволяло им нанести такой ущерб. Но даже понеся такой ущерб, Советский Союз, или точнее вооруженные силы Советского Союза, способны были, первое, что сделать, немедленно уничтожить группировки американских, французских и английских войск в Западном Берлине. «Дропшот» все же повлиял на ход мировых событий. На 50 лет он запрограммировал гонку стратегических вооружений. И позже, когда у сверхдержав появилось ракетно-ядерное оружие, принципы ядерного планирования сохраняли в своей основе идеи атомного изобилия. США улучшали планы нападения, копили арсенал для гарантированного уничтожения СССР. В Москве не оставались в долгу, хотя до начала 70-х Советский Союз был в роли догоняющего. К этому времени американцы поняли, что ядерный паритет сторон стал фактом. Это было неприятным открытием для страны, привыкшей лидировать во всем, от политического влияния до экономики и техники. Психология американцев и вообще западного мира несколько иная. Опять, можно ее принимать или не принимать. Но самый сильный удар мы, кстати сказать, нанесли по этой психологии, когда достигли паритета ядерного. Вообще мир изменился второй раз, когда мы смогли уничтожить Соединенные Штаты. И вот в этот момент они поняли, что нужно менять политику. В 1972 году подписаны первые советско-американские соглашения об ограничении стратегических вооружений, в том числе системы противоракетной обороны. Стратегические наступательные, стратегические оборонительные системы – это всегда две стороны одного процесса ядерного разоружения. Если мы, или как американцы, отказались от одного компонента этого системы, взаимоувязанной в стратегическом вооружении, то неизбежно другая сторона, когда будут наращиваться возможности по стратегической обороне, вынуждена будет наращивать свои стратегические наступательные вооружения. В начале 80-х процесс разоружения был фактически свернут. Это стало реакцией США на вторжение советских войск в Афганистан. Гонка ядерных вооружений продолжилась. Николай Васильевич Агарков, который был у нас начальником генштаба, он мне рассказывал, как он спорил с Устиновым, который требовал у американцев 11 тысяч боезарядов, и чтобы у нас было прямо столько же. Американцы МХ, мы точно такую же должны сделать. Агарков говорит, ну не нужно мне, Дмитрий Федорович. Вот мне, как начальник генерального штаба, чтобы пустить в распыл в ответном ударе, нужно не 11 тысяч, а 2,5, ну 3 тысячи боезарядов. Но его не слушали. В конце концов, Гаркова сожрали. Так, и он лишился поста начальника. Я слишком много спорил с членом Политбюро. Но все же ставка была сделана на качественную сторону новых вооружений. Хотя и количественные параметры тоже считались решающими. К
Козырем советских стратегических сил к началу 80-х стала тяжелая ракета «Воевода». На Западе она получила мрачное имя «Сатана». Но самый большой удар, конечно, нанесла по Америке «Сатана». Когда они поняли, что «Сатана» несбиваема, что она идет через Южного полюса, атакует Соединенные Штаты, что 50 ложных целей, 10 боеголовок и никакие системы «Звездных войн» не помогут. И она уничтожает 10 ракет, уничтожает 80% экономического потенциала Соединенных Штатов. А мы поставили на вооружение 280 штук. Понятно? Сегодня на вооружении осталось чуть более 100 воевод. Их срок службы закончится максимум через 10 лет. И в этой ситуации США решили создать новейшую систему ПРО уже 21 века. Ряд специалистов считают, что создавшееся положение напоминает начало стратегической гонки, когда целью было полное военное превосходство. ЦРУ прогнозировало, что ракетные угрозы для США не появятся раньше 2015 года. Лоббистам и, прежде всего, Рамсфилду, бывшему министру обороны США, который связан, я полагаю, очень тесно с военно-промышленным комплексом, не понравился этот срок. Он создал свою комиссию, и приблизили они угрозу ракетную для США к 2005 году. И начали форсированно, вот вышли из договора по ПРО, начали форсированно наращивать и развертывать, испытывать ПРО. И американцы опасаются сейчас даже одиночных ядерных взрывов на своей территории. Но, тем не менее, это будет вызов, который нам придется каким-то образом парировать. Принято считать, что горючим материалом гонки вооружений сверхдержав были непримиримые идеологические противоречия. Сегодня на свете нет больше мировой коммунистической системы, которая считалась главной опасностью для свободного мира. Но военная угроза почему-то возникает снова. Какие мотивы движут новой гонкой вооружений, которую констатировал в минувшем году Стокгольмский институт по исследованиям проблем мира, СИПРИ? В терминах американского капитализма вы были империей зла, реальной угрозой их интересам. Я могу судить об этом с позиции высокопоставленного чиновника политического аппарата НАТО. Райнер Руб в 80-х годах был самым эффективным агентом разведки ГДР. Он был посвящен в главные секреты НАТО, в том числе тайны военно-экономического и ядерного планирования блока. Имел доступ в ЦРУ и Пентагон. Часто мне приходилось выступать перед Североатлантической ассамблеей, вращаться в ее кругах. И вот что я запомнил и сейчас расскажу. Однажды на обсуждении экономических вопросов там присутствовал британский лорд. Это был пожилой человек. Я, как спикер ассамблеи, сидел рядом с ним. После заседания мы обедали в узком кругу. И вот за обедом он произнес то, что я не забуду до сих пор. Речь зашла о Советском Союзе или России. Причем он постоянно смешивал эти понятия. Он сказал: у этой страны огромные богатства, просто гигантские. Сейчас все это под контролем Советов, и они даже не могут освоить все. Но однажды настанет день, когда мы наложим руку на все это. Тогда я ответил ему: «О, вы старый глупец». Сегодня американцы в дополнение к позиционным районам противоракетной обороны на Аляске и в Калифорнии, на родине атомной бомбы, планируют создать новые. Третий будет создан в Польше. Работы идут с большой активностью и по другим направлениям. Развернули морской компонент. Это корабли системы «Иджис» с противоракетами «Стандарт-3». Начали испытания воздушного компонента своей противоракетной обороны на базе самолетов «Боинг» с лазерным оружием на борту. Задали промышленности разработку и космического эшелона противоракетной обороны. Это космические платформы на орбитах с противоракетами.
А в перспективе не исключено, что с лазерным оружием. То есть 4 эшелона они выстраивают. Наземный, морской, воздушный и космический. В конце прошлого года они договорились с Токио и Канберрой о создании практически 4-го позиционного района ПРО. Когда объекты этой ПРО будут размещены и в Японии, и в Австралии. Вообще надо понимать, что сейчас мы наблюдаем 5-е пришествие темы ПРО за послевоенный период. Первые идеи противоракетной обороны, кстати, появились в 1945-1946 году, когда все распознали, так сказать, угрозу, которую таят ракеты типа ФАУ-2. Так что ничто не ново под Луной, но все время она по спирали каждый раз возвращается, возвращается. Но, конечно, все время появляются новые технологии. Но надо очень трезво следить за этим. Но есть и контртехнологии. Речь идет об асимметричном ответе. Его смысл в том, чтобы гарантировать устойчивость своей группировки ядерных сил и иметь оружие, способное прорвать чужую систему ПРО. Оно есть. Ракеты «Тополь» способны сделать это. А новый «Тополь-М» может преодолеть даже перспективную ПРО. Есть и еще один экзотический способ защиты. Это противоспутниковое оружие. Причем оно может быть как ударного, так сказать, свойства, просто прямое физическое поражение, либо это может быть ослепление, так, оптики, ослепление РЛС, разные средства, соответственно, радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного подавления. И самое, так сказать, предпочтительное, это просто, ну, грубо говоря, дезинформация, вызывающая умственное расстройство у системы боевого управления противоракетной обороны. Вот таких средств довольно много. Парадокс истории. Похоже, что сегодня, через 60 лет после начала стратегической гонки, все может начаться заново. Будет ли выход из этого заколдованного круга? Было важно объяснить вот совершенно фундаментальную пагубность ядерной войны. Понимаете, что когда у нас было 30 тысяч боеголовок и столько же у американцев, если их всех взорвать, то никого и ничего вообще бы не было. И вот это люди долго не понимали. Машины выкручивали их, понимаете, производство налажено. Вы сами знаете, как трудно остановить производство, когда оно началось. А зачем это было сделано, это никто не мог дать толкового ответа. А когда начали задумываться об этом, ответ мог быть только один, что это абсолютный тупик для человечества в целом. Вернадский в этом смысле был прав. Однако ядерное оружие появляется в арсеналах все большего числа стран. Увеличивается количество военных конфликтов. Общая ситуация, быть может, хуже, чем в годы холодной войны. Похоже, что принцип «сила есть, ума не надо» еще долго будет правилом поведения в международной политике.